Известный актер-скандалист Чарли Шин вновь попал в новостные сводки, но на этот раз причина не пьяный дебош или арест. Чарли Шин признался, он заражен вирусом СПИДа. Диагноз поставили 4 года назад. После этого актер не стал менять образ жизни. Месяц назад отец 5 детей устроил драку в баре. До этого лишился работы из-за наркозависимости. Теперь, по словам Шина, настали самые сложные времена. Бывшие друзья шантажировали его, угрожая передать желтой прессе информацию о болезни. Я платил этим людям, я не знаю, сколько всего их было. Но что касается денег, речь идет о миллионах долларов. Люди забывают, что это деньги и моих детей. Дело касается не только меня. Чарли Шин утверждает, он, как того требует закон, предупреждал подруг о своем ВИЧ-статусе.